Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Мы сейчас выполним упражнение 18 на странице 13 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Рассмотри рисунок и схему. Назовите собеседника и вопросы, которые помогают им в общении. Кто говорит кому? Что? Как? Зачем? И с какой целью? На что надо обращать внимание, когда с кем-то разговариваешь? Как вы обычно говорите с друзьями? Зачем? С какой целью? Запишите. Итак, я разговариваю со своими друзьями как? Слова для выбора: вежливо, грубо, громко, тихо, спокойно, с насмешкой, с уважением. Я говорю с людьми. Зачем? Чтобы сообщить что-то, спросить о чем-то, попросить сделать что-то. Я разговариваю со своими друзьями как? Вежливо, тихо, спокойно, с уважением. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.